Всем привет, меня зовут Антон, и в прошлый раз мы с вами узнали о новой беговой обуви Time Jump, созданной специально для бега по ровной поверхности. И не просто узнали, а пробежали в них 20 километров на московском полумарафоне. Кроссовки легкие, стильные и пружинистые, и оставили отличное впечатление. Но что делать, если вам хочется бегать не только по ровному асфальту, а, например, уехать подальше от городской суеты, вдохнуть свежего воздуха и пробежаться по лесным тропинкам? Специально для таких покупателей мы представляем новую линейку кроссовок Time Jump для городских и грунтовых дорог, то есть для пересеченной местности. Амбассадорами стали уже знакомая нам семейная пара олимпийских чемпионов Алексей Ягудин и его супруга Татьяна Татьмянина. В федеральной рекламе уже вовсю крутится прикольный рекламный ролик с зеленой ламбой. Кто не видел, обязательно посмотрите. Бег по пересеченной местности еще называют трейл или трейл-раннинг. Так что же такое трейл, чем он отличается от бега по ровной поверхности и какие требования предъявляются к этому виду обуви? Во-первых, это разная и непредсказуемая поверхность. Дорога может представлять собой как мягкий грунт, траву или песок, так и наоборот – твердые камни и щебень. А во-вторых, это разный ландшафт с перепадами высот – низины, холмы и овраги. И трейловые кроссовки должны быть готовы ко всему. Поэтому сначала поговорим о безопасности. И главное отличие трейловой обуви, которую мы видим сразу, как только берем кроссовок в руки, это, конечно, подошва с ярко выраженным протектором. У подошвы есть выступы специальной направленной формы, чтобы кроссовок лучше цеплялся за поверхность и не скользил. Это очень важно в беге по рыхлым поверхностям, например, по грунту и особенно после дождя. Несмотря на такую мощную протекторную подошву, кроссовки получились очень легкие. Вес одного кроссовка в мужском 42-м размере составляет всего 300 грамм, и это отличный показатель для трейла. Кроссовки вообще не ощущаются на ноге и не сковывают ваши движения. Уровень амортизации в трейловых кроссовках обычно снижен. Это сделано специально, чтобы на неровных поверхностях стопа не продавливала пену и не заваливалась в бок, снижая тем самым вероятность травм. Кроме того, грунтовые дороги обычно мягче, чем асфальтовые, и там высокий уровень амортизации просто не нужен. Кроссовок неплохо сопротивляется боковому скручиванию, также для дополнительной фиксации стопы предусмотрен жесткий задник, ну и, конечно же, специальный хлястик, бутстреп, для облегчения надевания кроссовка без рожка. При беге в лесу всегда есть риск напороться на ветку или другое препятствие, например, корни деревьев. Поэтому борта у трейлового кроссовка прорезинены и надежно защищены от ударов. А протекторная подошва заведена на носок, чтобы даже в фазе отталкивания кроссовку было чем зацепиться. Кроме механической защиты, эти борты также дают защиту от неглубоких луж, которые часто встречаются в лесу. Чтобы натяжение шнурков не ослабевало во время бега, мы рекомендуем завязывать их специальным беговым узлом. Для этого в кроссовке есть дополнительное отверстие. А если шнурки длинные, концы прятать внутрь. Так они ни за что не зацепятся. Для комфорта и вентиляции верхняя часть кроссовка выполнена из специальной дышащей сетки. При этом, разумеется, это не обычная сетка, а усиленная, что, как мы с вами уже убедились, очень важно в трейле. А если сетку дополнительно обработать водоотталкивающим спреем Кари, то можно выходить на пробежку сразу после дождя, и мокрая трава не доставит вам дискомфорта. Стельку в любой обуви, и особенно в спортивной, нужно регулярно менять, поэтому здесь она съемная и легко достается. А еще толщиной стельки можно регулировать небольшую разницу в размере, ведь в трейле ничего болтаться не должно. Кстати, о размерах. Трейловые кроссовки Time Jump идут в размерах с половинками, поэтому каждый сможет подобрать себе идеальную пару. Кроме уже названных преимуществ, они еще классно выглядят и привлекают внимание. В линейке есть 3 цвета для мужских моделей и 3 для женских. Есть из чего выбрать. Ну что, теперь о цене, и она просто прекрасная. А с бонусами Кари еще на 30% выгоднее. Никогда еще прогулки в лесу и пробежки на свежем воздухе не были такими доступными. А это значит, что если за покупками, то в Кари. Ссылки на эти модели в интернет-магазине Кари мы оставим в описании. А я желаю всем классных выходных в новых кроссовках Time Jump. Увидимся!